чтобы поблагодарить нашу федерацию и наш велосипедный клуб «Минск» за такой красивый концерт, за такой красивый приют. Как бы мне приятно, да, что я вхожу в эти номинанты и как бы борюсь там. Но моя главная цель не чтобы я выиграл, а победил наш клуб, что показывал лучший результат. И я стремлюсь не только для личной победы выигрывать все это, а стремлюсь, чтобы наш клуб всегда был на высоте. Ну, как ты оценишь шансы Минска на победу в номинации «Лучшая команда»? Ну, я надеюсь и верю в этом, что наша команда в этом году была лучше. Твоя супруга Анна Соло на днях выиграла первую гонку в карьере. Для тебя это как? Дополнительная мотивация? Как бы да, хотелось бы тянуться, доказывать и быть на таком же уровне, как и она. Ну, как видите, она привела очень хорошую летнюю подготовку. Я очень много помог ей в этом, и как бы она очень благодарна. И я буду стремиться к тому, чтобы держаться на таком же уровне, как и она. Спасибо, удачи!